Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія» і я її ведуча Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Ілляна Пацюк, прес-секретар Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Вітаю вас, Ілляна, в нашій студії. Добрий вечір, Катерина. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ситуація на даний момент з пожежами, з надзвичайними ситуаціями у Миколаєві? Если говорить о статистике в целом, то по чрезвычайным ситуациям остается прежняя у нас картина. Это 7 чрезвычайных ситуаций, все они природного характера. И вследствие ситуации пострадало 11 человек. И убытки составили более 54 миллионов. Но также следует сказать и о чрезвычайных происшествиях, пожарах. Если вернуться к началу 2017 года, на данный момент зарегистрировано 213 чрезвычайных происшествий, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Вследствие происшествий погибло 70 человек и пострадало 145 человек. На водных объектах нашей области с начала года зарегистрировано 44 происшествия и утонуло при которых 36 человек, в том числе один ребенок. Спасено 17 человек. И, конечно, такими большими цифрами сейчас на данный момент остаются статистические данные с пожарами, хотя тенденция достаточно динамичная к снижению. На данный момент зарегистрировано на территории области 2804 пожара, и из них большее количество, разумеется, это открытые территории, лето нам дало как раз такую статистику, это 1852 пожара, и это второе место занимают пожары в жилье. Щодо пожеж в будинках, у квартирах, яка ситуація, яка тенденція там і чому саме вони відбуваються? Ну, закономерно, наверное, мы об этом постоянно говорим, что традиционной причиной пожаров в быту это в первую очередь есть несоблюдение пожарных правил, противопожарных правил, норм и как раз самим населением, самих собственниками этих помещений, жилых домов и так далее. И мы сейчас уже как раз стоим на грани того, что будут в ближайшее время подключены отопительные все приборы, начнут пользоваться калориферами, печами и так далее. Это уже конец октября-ноябрь, по погодным условиям будет видно. И как раз в этот период это особая такая, можно сказать, грань, красная черта, когда увеличиваются пожары в жилье, и причем стремительно. Когда электробытовые приборы подключаются, но все мы знаем, что для того, чтобы пользоваться тем или иным прибором, или нужно его подготовить, проверить его исправность, его качество и так далее. Поэтому всегда спасатели говорят о том, что в преддверии отопительного сезона необходимо провести все противопожарные мероприятия, это почистить дымоходы, это отремонтировать печи. И также, если вы пользуетесь какими-то электробытовыми приборами, учитывать то, что какова их мощность и в состоянии ли потянуть ваши электрические сети, такие мощные электронагреватели. Конечно, и это тоже первостепенно, ни в коем случае нельзя оставлять электронагревательные приборы включенными и уходить из дому. Это тоже одна из причин, причем таких достаточно частых, по пожару. Еще следует обращать обязательно внимание на то, что если пользуются в семье такими приборами, ни в коем случае нельзя оставлять детей рядышком с отопительными приборами и вообще самих дома, потому что может беда нагрянуть внезапно, не учитывая даже возраст ребенка, вполне в принципе 8 лет уже дети такие более сознательные, но не могут растеряться и не знать, как себя вести, что может привести к трагедии. Кроме того, хочу сказать о том, что у нас в октябре месяце, в конце месяца начнутся как раз детские каникулы, поэтому уже сейчас нужно продумать, с кем будут оставаться дети дома, как будет устроен их досуг, чтобы они не были дома сами и предоставлены сами себе, дабы избежать таких подобных ситуаций.
До речі, щодо вибухів у будинках, пожеж у будинках, покажіть, будь ласка, відео, я вас прошу. Дивіться, що там взагалі було, що за ситуація склалася і чому сталася пожежа? Так, кстати, у нас есть видео как по пожару, который произошел буквально на прошлой неделе. 60 квадратных метров в жилом доме спровоцировал пожар, взрыв, который привел к тому, что пострадал мужчина. И, к сожалению, он позже уже скончался в отделении ожоговом в больнице Дубки от полученных ожогов и травм. Первопричина все-таки была это взрыв, который привел к дальнейшему возгоранию. Если мы видим вот сейчас в данном случае на видео, то площадь пожара была как раз под кровлей достаточно большая. Кроме того, стоит сказать, что в одном из помещений, тут четырехквартирный, как раз пристроенный одноэтажный дом, жильцы остались без крова. То есть пострадало в целом 4 семьи. Конечно, в дальнейшем был решен местными властями вопрос о расселении, кто остался у своих родственников, кто воспользовался предложением поселиться в общежитии. Также будет оказана какая-то материальная помощь органами власти. Но, с другой стороны, всегда нужно помнить о том, что как раз именно необдуманные действия со стороны вот пользователей газовым оборудованием, также какими-то электроприборами может привести к пожару. Также еще в дальнейшем привести к гибели. Поэтому всегда все мероприятия начинаются гораздо раньше, чем приходит отопительный сезон. Службой спасения проводится очень большое количество мероприятий. Это и информационно-разъяснительная работа посредством рейдов в жилые дома, жилые секторы. Это и использование социальной рекламы, ее возможности на телевидении. Также это через печатные издательства, это информагентство, газеты, листовки. Ну, то есть всячески пытаемся достучаться до наших жителей и сохранить их матеріальні цінності і, розуміється, життя. Ви згадували про дітей. Вже скоро будуть осінні канікули. Взагалі, щодо маленьких дітей. Я бачила відеоматеріал, якщо можна, включіть нам його, коли ваші рятувальники допомагали діткам маленьким. Взагалі, як стаються такі ситуації і яким чином ваші співробітники допомагають? Так, буває дуже багато таких бытових ситуацій, коли родители то ли в стані шоку, не знають, як самостоятельно оказати помощь ребенку, и ничего в этом, в принципе, такого нету, потому что в данном случае, вот мы видим, девочка как раз мизинцем застряла в умывальник, и там есть металлическая решеточка. Чтобы не повредить ребенку пальчики, как раз позвонили спасателям, и ребята, слава богу, все обошлось нормально. Конечно, немного отделали слезами, но в целом, как вы знаете, в кино говорят, ребенок не пострадал. И вторая ситуация у нас называли, это так шуточно говорит, сегодня детский день. Вот также в этот день, это было в субботу, как раз малыш до годика застрял в табурете. В принципе, родители для того, чтобы не травмировать его, тем более мы знаем, что очень хрупкие суставы, можно легко повредить, пригласили спасателей, позвонили в службу спасения 101, достали малыша здоровым, невредимым, и вы видели, парамедик наш как раз проверила его как раз суставчики, все ли в порядке с ним. И если еще помните, была такая у нас ситуация, когда малыш застрял в бидоне. Это тоже была такая игра, родители в жмурки, спрятался в бидон и коленками застрял, выбраться сам не мог. Пришлось просто шансовым инструментом разрезать бидон, доставать малыша. Все, мы поговорили о ситуации с хорошим исходом, поэтому, в принципе, также остается и никогда не потерять свою актуальность. И тот вопрос, что с детьми нужно беседовать, рассказываем, где опасности могут в быту их ожидать. И нормальный разговор с ребенком всегда будет иметь свои положительные результаты. Взагалі, як часто ваші співробітники виїздять на ось такі виклики?
Но я не скажу, что это очень часто бывает, но такие ситуации, я так, если мониторю по Украине, то вижу, это могут быть и кольца на пальцы, это могут быть те же летом открытые туалеты на улице, которые забыли закрыть на щеколду. Кстати, у нас было это в Вознесенском районе. Такая, действительно, это такая ситуация, когда понервничали все, и родители, и ребенок упал, получается, в отверстие туалета, бетонная причем. Спасателям пришлось изначально сначала разбить, чтобы туда можно было опуститься, его сделать шире. И, кроме того, без лицевых масок или специального оснащения туда спуститься нельзя. К счастью, эта ситуация закончилась благополучно. Малыша достали здоровым, невредимым, но, опять же, хочется просто всегда обратиться к родителям, что если вы знаете, что такая на улице есть тот же бассейн, тот же незакрытый туалет. Ребенку все интересно. Они и так познают мир. Поэтому взрослый все-таки должен продумать, так или иначе, его и позаботиться о безопасности своих чад. Я зрозуміла. Таке питання. Влітку, як ви вже наголошували, дуже багато пожеж було на відкритій території. Тобто горіло все, горіли поля, горіли лісові насадження, все горіло. Яка зараз ситуація? Що ставало причиною і які наслідки мало все це? Ну, как ни парадоксально, количество пожаров на открытых территориях значительно не уменьшилось. Конечно, часть в этом из-за погоды есть причина такая, что засушливая погода и не было у нас таких дождей, чтобы промочить и понизить класс пожарной безопасности. Поэтому такая цифра, как 1852 пожара на открытых территориях, если говорить за предыдущую неделю, то это в сравнении 115 пожаров, и из них 96 на открытых территориях, 17 в жилье, то мы говорим об актуальных на этот момент причинах пожара. Конечно, первостепенно всегда человеческий фактор. Несоблюдение правил пожарной безопасности и просто на игнорирование или халатное отношение приводит к тому, что такие пожары случаются. Но есть еще тенденция к тому, что хвойная подстилка и так далее, это причина этих пожаров, поджоги, умышленные причем. И если говорить, где вот так вот по моей памяти больше всего их было, это, наверное, Витовский корабельный район, Балабановский, Урочиский, где именно умышленно поджигали эту хвойную подстилку. Безусловно, они оставили без внимания пожары, это в Новоодесском районе. Помимо этого, в Баштанском районе у нас регулярно возникают пожары. Поэтому все-таки стоит всегда думать о том, что правило «после меня хоть трава не расти» не должно быть постулатом. Наоборот, нужно оставить после себя что-то красивое, чтобы могли были наши дети этим пользоваться. И, разумеется, если уже отдыхаем на природе, никто ведь не запрещает отдыхать на природе. Просто при этом вести себя очень бережно в отношении природы и оставлять территорию чистой. И не потушенный костер небольшой, на первый взгляд, вроде бы залили, затушили, нужно в этом убедиться, что все-таки огонь потушен до конца. Кроме того, у нас два было случая как раз на Кинбургской косе, это вообще заповедная зона, все мы любим туда поехать отдохнуть, потому что нетронутая такая красота, и в этом году как раз у нас было такие два пожара. К счастью, они все закончились небольшими площадями, и в первом случае помогало все местное население, лесники, то есть еще вы все знаете, что добраться туда техники – это временной порог, дуже складно. конечно. И поэтому, конечно, за это большое спасибо, что люди, и это показало уже весь опыт нашего лета, неравнодушны к тому, что у нас происходит. Одни пакостят, а вторые все-таки отзываются на то, чтобы это ликвидировать, спасти природу и наши такие природные богатства. Я пропоную передивитися невеликий відеоматеріал з цього, якраз з цієї теми. Будь ласка. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі 1 метра. Не залишайте непогашеного вогнища. Залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара.
Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативно-рятувальну службу за номером 101. Ілляна, таке запитання. Взагалі, яка проблематика, зараз вже осінь, начебто закінчився вже такий пляжний сезон, можна так сказати, але восени дуже багато рибалок виходить на воду. Яка проблематика, можливо, загибелі чи якісь надзвичайні ситуації з рибалками саме на водних об'єктах? Ну, щоб іменно хобі не обернулося чрезвичайним происшествием і трагедією, безусловно, нужно подумати о том, что перед тем, как выходить на лодке в акваторию или Черного моря, будь то лиман, будь то якан, нужно посмотреть прогноз погоды в первую очередь. Потому что, в принципе, сейчас гидромет дает более такую правильную все-таки усиление ветра, наличие дождей. Или также как же заранее дают об этом предупреждение, потому что у нас, например, в Очаковском районе, в приблизительно базе «Нептун», как раз на этой неделе спасали также рыбака. Из-за ветра и наличия волны перевернулся как раз его плавсредство. Человек оказался в воде. К счастью, недалеко есть и пожарная спасательная часть. Как раз есть у них такие специальные приспособления и катера, чтобы добраться и быстро достать человека. И еще и неравнодушные рыбаки, которые поддерживали его на воде. Транспортировали на берег, и как бы не привело это к тому, что человек погиб. Но далеко не всегда ведь так все хорошо заканчивается. Помимо этого, бывает, выходят на лодках далеко на фарватер. В районе фарватера и наличие тумана может привести к тому, что человека не услышат наличие того же ветра в другую сторону, не будет кто-то рядом, не услышит сигнала о помощи. Кроме того, в конце концов, это шок, и люди не всегда могут сориентироваться, как себя в первую очередь нужно вести. Поэтому всегда, когда приходит осенняя пора, в частности, вода еще пока теплая, люди еще купаются, поэтому остается вопрос о том, чтобы соблюдать правила поведения на воде. Ну и, конечно, отдельно обращаемся к рыбакам, что, выходя на воду, в первую очередь посмотрите прогноз погоды. Во второе, возьмите с собой на плавсредство, обязательно средство спасения. Это либо спасательный круг, либо жилет, либо надувную хотя бы подушку, на которой можно будет продержаться на воде. Безусловно, нужно положить телефон в герметичный пакет, чтобы можно было позвонить. Ну и так далее. Конечно, обязательно сообщать, куда вы идете на лодке, чтобы ваши близкие знали, насколько вы идете. То есть примерно к 12 часам обещаю там вернуться. Или там до 4 часов вечера я буду дома. То есть придерживаться этих временных порогов, потому что это все-таки помогает и человека найти и вовремя забить тревогу, если человека не находят. Кроме того, у нас еще будут такие эпизоды, когда люди соревнуются там в ловкости или еще в чем-то. Это просто не всегда может пойти по нашему плану. И учитывая все эти вещи, а еще я хочу сказать отдельно о том, что, выходя на воду, не употреблять спиртные напитки. Все-таки притупляют бдительность, и не всегда можно быстро, будучи трезвым, сориентироваться. А еще под легким хмельком можно растеряться. И тогда уже приведет к летальному исходу. Поэтому не прекращается работа в плане профилактики и по этой тематике. И у нас есть ролик социальной рекламы, которую мы с вами можем сейчас посмотреть. Будь ласка. Ілляна, таке запитання. Нещодавно, наскільки я знаю, у вас відбувалися планові заходи щодо
Як це правильно розмінування? Розмінування, так, на території і акваторії Чорного моря поблизу Кінбурзької коси. Взагалі, як вони відбувалися, чому саме там, і як часто буває, що якісь там застарілі вже вибухонебезпечні предмети знаходять саме у воді? Ну, у нас два рази в год. Є у нас така програма по розмінуванню Ніколаївської області, і два рази в год планове мероприятие проводиться іменно по розмінуванню Кірбузької коси. Чому іменно там? Тому що там в своє время були затонувши суда із великим кількістю взрывоопасних предметів. Тобто це всі можливі патрони, гранати, снаряди і так далі. Поэтому эти работы проводятся планово. И вот сейчас, как раз сегодня, 25 числа, сегодня в понедельник, наша группа выехала на Кинбургскую косу проводить такие проплановые мероприятия. То есть, как это все проходит? Наш пиротехник водолаз опускается на дно с миноискателем. Водолазское видео. Да, и как раз обследуют дно на предмет взрывоопасных предметов. В дальнейшем обнаруженные взрывоопасные предметы поднимаются на поверхность и методом контролируемого подрыва как раз на берегу взрываются. Получается, что вот мы сейчас как раз видим, это такое архивное подводное видео, как это происходит. И достаточно такая емкая работа, потому что взрывоопасных предметов там очень много. Мы видим, как поднимаются на поверхность, грузятся на потом резиновую лодку либо катер и транспортируются к берегу. Что найважче в такой процедуре, в такой работе? Самое важное как раз в этом не потерять бдительность, быть предельно собранным и как раз ребятам в этом еще случае очень необходимо поддерживать крепким здоровье, потому что физическая форма тоже залог того, что человек, работая с оборудованием специальным на глубине, будет чувствовать себя хорошо. И как раз в начале октября будет подрыв как раз найденных данных взрывоопасных предметов. Если говорить вообще, эта тема достаточно широкая. Да, хорошо. И приводить такой пример, вот у нас на протяжении предыдущей недели был такой несчастный случай в Первомайске 21 сентября. Мужчина 74 года рождения во время поиска металлолома нашел предмет, и он внешне был похож на артиллерийский снаряд. Он при попытке разбора данного предмета произошел взрыв, вследствие чего мужчина пострадал и получил осколочные травмы конечностей. И в состоянии средней тяжести был доставлен и госпитализирован в Первомайское ЦРЛ. О чем следует обязательно сказать, что взрывоопасные предметы можно найти на территории абсолютно разных. То есть это приусадебные участки, это открытая территория при, например, выпасе скота, это тоже очень часто происходит, при каких-то земляных работах, то есть просто при прогулке на открытой территории в лесу и так далее. То есть это мы имеем по статистике, вот начиная с весны, достаточно часто это все происходит. Тут мы говорили о плановом разминировании, тут это все очень спонтанно. В акватории речки Ингул тоже у нас неоднократно, если вы слышали по статистике, то в одном, то в другом месте находят. Причем это взрывоопасные предметы часов прошлых войн. То есть есть такое, ну, как понятие, сами наши пиротехники говорят, что земля выталкивает ненужные предметы. Они их находят и обязательно в этом случае придерживаться правил поведения. Я сейчас их проговорю, и у нас как раз есть ролик. Это в первую очередь сообщить по телефону 101-102 службу спасения и полицию. Ни в коем случае не транспортировать, не разбирать их. Безусловно, не бросать в вагон, не распиливать и так далее. Мы можем посмотреть как раз ролик соцрекламы. Пожалуйста. Знайшов щось схоже на боєприпас? Телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад 1.5 кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху.
За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим. Попередь усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Ілляна, днями відбулась презентація гумористичного телекіножурналу для дітей «Дітки і предки». Взагалі, як з'явилася ця ідея? Чому саме цими вихідними була презентація і що саме презентували? Это очень интересная такая детская юмористическая программа и киножурнал. В принципе, он снимается достаточно давно. К нам с предложением пришел главный продюсер, он же режиссер, Олег Кошевой, с предложением снять у нас по государственной пожарно-спасательной части тоже такой выпуск юмористический, который назывался бы «Спасатель – это круто». Безусловно, мы любим все новые подходы, новые методы работы с детьми. Я считаю, что это очень хорошо воздействует и на подсознание, и на восприятие ребенком. Поэтому мы пошли навстречу, у нас получился такой совместный, очень качественный, интересный продукт. И это 37-я серия как раз, и в кинотеатре «Родина» города Николаева. Именно в воскресенье было презентован все выпуски новые киножурнала «Детки и предки», в том числе и наш выпуск «Спасатель – это круто». У нас, кстати, есть видео, мы можем его посмотреть. Это достаточно интересно при полной аудитории, полный зал деток, которые пришли посмотреть в первую очередь, те, которые снимаются в киножурнале, посмотреть, как это у них получилось. Во-вторых, это пришли родители, гости. И получилось так, что мы со своей стороны, конечно, благодарны за популяризацию нашей службы, за то, что доносится до подрастающего поколения понятие такое, как безопасность, что такое служба спасения, какие люди там работают, в чем их специфика. Поэтому было очень приятно в этом поучаствовать. Кроме того, еще и очень приятно было посмотреть на большом экране презентацию этого выпуска. Напомню, он называется «Спасатель – это круто». И кроме того, зрительская аудитория очень широкая. То есть мы через канал YouTube этот выпуск опубликуем у себя на страничке. Помимо этого, его посмотрит масса детей, которые как-то ближе станут все-таки к службе спасения. А дети – это наше будущее. Что еще можно добавить? Наверное, больше ничего. Згодна з вами, наша передача добігає кінця. Я дуже вдячна, що ви прийшли до нас, що розповіли завжди актуальну інформацію, щоб нагадати людям про безпеку свого власного життя. Шановні глядачі, я нагадую, в нас сьогодні була в гостях Ілляна Пацюк, секретар головного управління ДСНС Миколаївській області. Гарного вечора, на все добре. Всього хорошого.